И еще одна композиция Юлии Кузнецовой, которая называется как? «Розовая весна». Я очень люблю эту картину за, наверное, ее цвет, который я придумала, за ее вот это состояние весеннее. Создавалась она, история такая, происхождение. У меня на подоконнике было несколько гиацинтов, они были разные, розовые, белые, фиолетовые. Написать просто гиацинты. Писала их много раз, обращаясь, поскольку к этой своей любимой цветочной теме. Но просилась и хотелось что-то такое необычное с ними. И, как обычно, что-то я додумываю, да. А есть тут придуманный пейзажный жанр за окошком. Придумался он, создался. Окна этого нет, не существовало и не существует. А этого села розового, конечно, тоже. Оно тоже было придумано мной. Оно потянулось вслед за состоянием и цветом вот этих гиацинтов. А гиацинты, они вот реально были, жили и цвели у меня на подоконнике. А сама картина, таким образом, это сплав двух жанров. Это реального реализма, то есть реально существующих цветов и заднего плана придуманного вот этого фантазийного, сказочного, немножко мистического образа какого-то розового села, какого-то такого лиричного, наполненного мистикой розового пейзажа, вот этого состояния, вот замершего такого мгновения какого-то. Вот, такое создалось, такая композиция, такое полотно. Где разговаривают гиацинты своим нежным розовым языком с этими чудесными розовыми домиками, с этой волшебной деревней. Да, соглашусь.